и для водителей это судный день. Не, серьезно, все лето простояли в пробке, а самое страшное впереди. Сейчас я направляюсь в самый эпицентр пробок, улицы Аль-Фараби. Сегодня 30 августа, красный день календаря, здесь пробки. А вот на улице Абая ситуация намного лучше. Я еду. Смотри, я до 60 разогнался. Конечно, в других районах работы проходят медленнее, так как там меняют коммуникации. Понятное дело, асфальт они постелят после замены труб. Если честно, мне нравится новый асфальт на улице Абая. Но его качество мы можем оценить только после зимы. Успеют ли они завершить работы на улице Аль-Фараби до начала учебного года? Пишите в комментариях.